наше время, вот редеет наше племя. Время кружится над всеми, легкомысленно, как снег. На ребячий скачет ножки на игрушечном коне. По тропинке, по дорожке, по ромашкам, по лыжне. Оставляя нас луне, мы глядим за ним в окошко, видим белый след саней. На тропинке, на дорожке, на ромашках, на лыжне. Все, что было, то и было. И представьте, было мило, все, что память не забыла, повышается в цене. Мы надеемся немножко, что вернется все к весне. По тропинке, по дорожке, по ромашкам, по лыжне. По тропинке, по дорожке. Мы-то тайно полагаем, что не в первый раз шагаем, что за этим черным гаем будто ждет нас новый лес, что уйдем мы понарошку, сменим скрипку на кларнет, и играя на дорожке, мы продолжим на лыжне. И играя на дорожке, мы продолжим на лыжне. Александр Иванов или Саша Моряк. В час далекий от рассвета, когда птицы крепко спят, а летают только дети и счастливые парят. В час нечаянных находок, в миг загаданных утрат, в центре города и года два беспутных пешехода заблудились до утра по всей округе. В окнах свет погашен, но нам не страшен наш неблизкий путь. Давай покружим, наш маршрут нарушим. Давай еще свернем куда-нибудь. Как прелестно в переулках под качанье фонарей музыкальные шкатулки незакрюченных дверей. И как трепетно во мраке им внимают не спеша одинокие собаки, заплутавшие гуляки и ночные сторожа по всей округе. Мирно спят супруги, сны упругие, синие шары. А мы все кружим, в эту ночь мы дружим. Давай еще покружим до пары. Одинок на театральный Шиллер, Бронзов и Суров, как намек официальный на коварство и любовь. Нашей встречи я печален, как примерный семьянин. Он, конечно, гениален, но немного театрален. Это два
важный господин, ах, милый классик, то, конечно, поздно смотреть на звезды, сном не дорожа. Но как же ясен этот путь во мраке, где лишь собаки мы и сторожа. Спасибо. Это неизлечимо. Как сказал доктор. Так, третью? Да, давай. Ура, шнурок. Давай. Это был знак. Понял. Тоже Юрий Висбор. Когда в мой дом любимая вошла, там книги лишь в углу лежали валом. Сказала, это мало, нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли за старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили худики стенные. Лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где, милая моя, и чайник со свистком. Потом пришли иные рубежи, разными вещами, которые украсить обещали, и без того украшенную жизнь. Снега летели письмами шурша, ложились письма на мои палатки, что дома, слава Богу, все в порядке. Спасибо. Павел Баталин.